Нягань принимала юных боксеров со всей страны. За путевку на первенство России боролись 136 юных спортсменов из 6 субъектов страны. Югра, Ямал, Курганская, Свердловская, Тюменская, Омская и Челябинская области. Бои прошли в рамках первенства Уральского федерального округа среди юношей старшего возраста 15-16 лет. На этих стартах весовой категории 48 килограммов кандидат мастера спорта 16-летний кагалымчанин Сажудин Байрамов завоевал золотую медаль. В моем весе было 12 человек. Я попал на 4 боя. В первом бою боксировал с пацаном с Курганской области. Второй бой боксировал со Свердловской области. В полуфинальном бою с Ханты-Мансийского автономного округа и в финальном бою со Свердловской области. 15-летний перворазрядник Абдулвагап Рурахмаев на этих соревнованиях стал бронзовым призером. В прошлом году на этих состязаниях он был первым. В этом перешел в другую категорию – 54 кило. В моем весе было 8 человек. Ну, я отбоксировал 2 боя. Первый выиграл, во втором бою проиграл. Пацану из Свердловской области, призеру Европы. В бою за бронзовую медаль он одолел соперника из Челябинской области. По приезду в Кагалым Абдулвагап, а также Гаджи Исаев и Амир Агаев готовятся к спартакиаде среди студентов. Она пройдет в Свердловской области 23 марта. Что касаемо Сажудина Байрамова, то он в составе юношеской сборной Югры будет биться на первенстве страны. Оно стартует в Анапе 16 апреля. У нас будут сборы проводиться до этих соревнований. А так сейчас будем готовиться, проводить подготовку. На что будешь делать упор? На выносливость. Еще 2 подопечных Магомеда Абдурахманова и Владимира Якулева, Габиб Габибов и Руслан Вабиров на первенстве Югры среди юношей 2006-2007 годов рождения завоевали золото и бронзу. Март стал урожайным на медали для кагалымских боксеров, но почивать на лаврах некогда. Впереди новые старты, необходимо подтверждать класс. Сергей Ефимцев, Николай Сапожников. Специально для новостей.